Здравствуйте, наши дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами опять кошки. Вот такие вот разные кошки. Вот такие Катюшки-кошки. Кошки-жушки, ватрушки. А где Бася-то? Бася, ты решил подкрепиться? Вот такие вот кошки. Вот такие кошки-дуняшки. Такие кошки-маруськи. Вот такие вот разные кошки. Ну что, друзья, сегодня настал долгожданный день, 27 февраля. Час дня по московскому времени, час с небольшим, стали известны итоги народного голосования, стали известны лауреаты премии «Мой ласковый и нужный зверь». Мы победили, друзья. Мы стали лауреатами в номинации «В ответе за тех» с огромнейшим мы отрывом. 127 818 голосов, если я не ошибаюсь. А на втором месте, по-моему, 16 тысяч голосов. Поэтому представляете сами, какой отрыв. Спасибо вам, друзья, за то, что так голосовали дружно, за то, что нас поддерживали. Целиком и полностью это ваша заслуга, что мы победили, что мы стали лауреатами премии. Ну, хочу немножко рассказать для новых зрителей. Их, слава богу, добавляется все больше и больше. Новых подписчиков, новых зрителей. То, что мы попали на эту премию, наша хвостато-усатая семья, в общем, я должен поблагодарить двух девушек. Анечку с Новой Зеландии и Олю с Пензы. Благодаря им мы стали номинантами. В общем, Аня с Новой Зеландии задалась вопросом в конце года о конкурсах или для волонтеров. Ну, и вот задал вопрос в чате, в моем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь, он также называется «Кошки Михалыча». Чат, там общаются подписчицы. И Оля Спензе нашла в интернете вот эту премию, которая проводится под Калининградом, в Зеленоградске. Скинула ссылку Ане. Аня написала заявку туда в оргкомитет. Ну, в общем, вот так вот мы и попали. 22 января мне на WhatsApp написал секретарь оргкомитета, что ваши подписчики подали заявку. Не желаете ли вы стать номинантом премии «Мой ласковый и нужный зверь»? Честно говоря, друзья, я даже не слышал о такой премии на тот момент. Ну, я согласился, ну, а чего, куда деваться? Вернее, никуда деваться, почему нет? В общем, мы вот так и стали номинантами. И вот сегодня мы стали лауреатами. Конечно, огорчила статья, которую написали сегодня ночью в оргкомитете. Сейчас вот на другом телефоне я вам почитаю. В общем, ну, оргкомитет, скажем так, какой-то, я не знаю, негатив к нашей хвостато-усатой, что ли, компании, семье, потому что после того, как мы выиграли первый тур, осталось по пять номинантов, мы тогда выиграли первый тур тоже с огромным отрывом. Там было по 4, по 5 тысяч по этих самых голосов, а у нас было 39. Видимо,
задело, что у нас столько много, и люди из оргкомитета, они написали, что подписчики у кошек Михайловича какие-то черствые, что ли, или, в общем, не любят животных, потому что никто, мало кто голосовал в первой номинации за животных. Но они сами виноваты. Нигде не было написано, люди просто не знали, что можно голосовать в двух номинациях, поэтому так и получилось. Ну, а сегодня ночью, когда выяснились лауреаты, написали вот лауреат Аркадий Крамаренко, судя по периодически прилетевшим в оргкомитет критическим письмам, на первый взгляд не совершил ничего особенного. То есть, видимо, в оргкомитет писали письма, я не знаю, кто обиженные, не знаю кто, что вообще, типа, что мы там делаем, ничего мы особенного из себя не представляем, ничего мы особенного не сделали. Я когда Вере сегодня утром прочитал, ей так обидно стало. Ей, которая встает в 5:30 утра каждый день, чтобы идти на улицу и кормить ватагу бездомных кошек в нашем квартале, в 6 местах. Вот они, видите, какие. Вот, ничего мы не сделали. Вот слепая Ащенька, слепая. Одна из слепых. Вторая слепая, одна дымочка. Вот что бы с ней было? Она была крошкой, маленькой. Так вот, Вера каждый день и в дождь, и в снег утром идет кормить, лечить. Постоянно, как мама, следит за ними, наблюдает. Лечь. Так. Кто тут? Бася, ты опять психуешь? Ой, ты. Следит за ними, лечит. Особенно сейчас очень тяжело, как она говорит. Самое главное не зиму пережить, а весну. Потому что сейчас всякая гадость выползает наружу, все болезни. Поэтому очень сейчас надо следить за кошками, за глазами, за ихними. Поэтому она вот каждый день это делает, следит. Она, по сути дела, спасает их каждый день. И вот очень обидно после таких заявлений, что ни от чего особенного мы не представляем. Ну да ладно, друзья, бог с ними. Самое главное, что вы... Эй, рыжий, это Фимка, я думаю, Басю так. Самое главное, что вы нас поддержали, голосовали дружно. Конечно... В первой номинации за животных, я не знаю, не знаю, как это надо сделать им, организаторам, но не должно так быть, не должно быть вообще проигравших среди животных. Среди людей можно, а среди животных, не знаю, все должны победителями быть. Особенно жалко вот за кота Бориса из Курска. Он спасает котеек, он донор в клинике. Его, в свою очередь, спасли сотрудники этой клиники. Он был бездомным, и оставили его себе. Теперь он спасает котеек, дает кровь. Они, конечно, сотрудники его, не то что там доят его, а он... Раз в полгода, может, чуть поменьше он сдает кровь, но все равно спасает котеек. В общем, сотрудник он клиники, и очень жалко, что он не попал даже в пятерку. Но попала Плюша. Пилюша зато попала. Да и, честно говоря, по праву она попала, потому что она тоже несет в себе очень... такую миссию. Она работает в хосписе, в детском хосписе, поэтому радует детей. В общем, молодец. Девочка. Мне сегодня
секретарь позвонил, я подъезжал к работе, то есть это к 10 часам, позвонила секретарь, сказала, что вы стали лауреатами, наверное, вы знаете. Начала обговаривать про то, что приедем мы, я приеду, не приеду в Зеленоградск. Конечно, я приеду, поеду. В общем, награждение будет 12-13 апреля. Вылететь надо туда будет 11 апреля, а обратно 14. Ну, хочу с собой взять, будут звонить мне по поводу билетов, по поводу гостиницы. Хочу взять с собой Андрея, который ездил со мной в Москву с Юмкой и с Малей. В шоу видели видео, мы снимались в Останкино с Андреем. Ну, будет веселее и... Веселее будет. В общем, он так. Да. И мне сказали, что питомцев не надо везти, потому что питомцев с собой заберут. Бася, ну никто тебя не трогает. Что ты психуешь, свекровка? Питомцев берут только в этой первой номинации. Мой ласковый и нужный зверь, который называется. Это номинация зверей, животных. Вот как раз Пилюша выиграла ее, поэтому у меня есть возможность познакомиться с Пилюшей вживую. Надеюсь, что... Ну, как надеюсь, наверняка ее привезут, конечно же, Пилюшу. В общем, вот так вот, друзья. Хочу вам был опять, еще раз хочу поблагодарить Анечку и... Бася! Никто тебя не трогает. Анечку и Олю за то, что... За все это, друзья, хочу поблагодарить. За то, что мы попали туда. Не ведали, не гадали. Что стали лауреатами премии. В общем, очень приятно, друзья. Очень приятно. Ну и, конечно, благодарю всех вас. Эта премия не сколько наша, сколько ваша. Вы голосовали за нас. Благодаря вам мы стали победителем. Ну, честно говоря, друзья, не знаю. Я, когда... Вы вспомните, ну, у них есть страница ВКонтакте этой премии. Вспомните, там 5, по-моему, февраля... В общем, после первой недели было написано, что в номинации, ну, в первой номинации со зверями вроде все как ровно, а во второй номинации, в ответе за тех, в нашей номинации, в отрыв вырвался один кандидат. И вот я вам честно говорю, друзья, что я вот думал, что это про нас написано, вот клянусь вам, потому что... С такими подписчиками, как у нас, да, тёшка, нельзя было иначе. Еще раз спасибо вам. Вы самые лучшие у нас подписчики, зрители, самые дружные. В общем, я не знаю, 127 тысяч голосов, 800. В двух номинациях было... Больше 70 номинантов, а всего голосов 244. То есть, представьте, за всех номинантов, а за нас 127. То есть мы одни, как они, как все остальные голоса, понимаете? Ну, не знаю, я растрог. Ну, в общем, понимаете меня, друзья. Какие вы молодцы. Спасибо вам, друзья, за все. Ну, поедем. Ну, конечно, я буду, да, ну, снимать еще видео. Ну, поедем в Зеленоградск, пофотографируем. Может, видео с Андреем поснимаем. Конечно, покажем вам. С церемонии награждения тоже, надеюсь, снимем видео. Поэтому полюбуйтесь тоже, побывайте в Зеленоградске. Ну, хотя бы с экрана телевизора или телефона. Да, Маш? Девки очень огорчились, конечно, и парни.
что нельзя никому ехать, расстроились, они уже собирали чемоданы, но ничего, может быть, еще чего-нибудь выиграем, да, девчонки мои сладкие, и куда-нибудь съездим. Маля с Юмой сказали, мы были в Москве, в Останкино, так что нас ничем не удивить, если только в Лас-Вегасом. Да, зайцы мои? Маля, жёстко маля моя, сладко маля моя. Ладно, друзья, не буду вас отвлекать. Сейчас вечер, надо поужинать и с мамой Верой немножко отметить нашу победу. Спасибо еще раз вам, друзья, за этот праздник. Вы самые лучшие. Мы вас всех очень любим, уважаем. До свидания, друзья. До новых встреч.